О чем мы говорить-то будем сегодня? Да лошадок. Что мы говорим, что лошадок? Как бы чай. Про лошадок. Что еще сказать? Ну, я думаю, что с того, что мы сейчас не хихикаем, что-то можно будет сделать. Манеж, буквы, элементы. Мне хотелось чего-то больше разнообразия, скажем так. И вот что касается рабочей выездки, ну как бы для меня это идеально. О, рабочая выездка, что это? Это что-то типа хобби-хостинга? Друзья, мы начинаем серию вечеров о рабочей выездке с Марианной Леонтьевой и Еленой Каратазовой. Заваривайте себе вкусный чаёк, кофеёк, кто что любит, и готовьтесь слушать. Все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Кто мы, что мы, и вообще о чем мы, что хотим миру нести.